аквариумный нагреватель производства Tetra Tech, модель HT150. Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим аквариумный нагреватель с регулятором температуры производства Tetra Tech серия HT. Эта серия известна своей сверхточностью, надежностью, а также вариантом «купил и забыл». У этих нагревателей имеется большой запас прочности. HT150 мощностью 150 Вт и предназначенной для аквариума до 225 литров. В комплекте непосредственно сам нагреватель, кабель питания длиной 1,6 метра, крепление с двумя присосками и инструкция для монтажа нагревателя. Модель HT150. Более детально. Нагреватель оборудован электрическим переключателем для высокой надежности и безопасности, который позволяет удобно регулировать температуру воды в диапазоне от 19 градусов до 31 градуса с шагом 0,5 градуса. Нагреватель фиксируется надежным креплением с помощью двух присосок. Присоски со временем не дубеют. Все водонагреватели Tetra Tech имеют двойной керамический нагревательный элемент для равномерного распределения тепла. Также надежной защитой является 2-миллиметровое сверхпрочное и теплостойкое стекло Borisilact. Благодаря водонепроницаемому корпусу и крышке нагреватель может быть полностью погружен в воду. Имеется также контрольный световой индикатор. Данную продукцию вы можете приобрести в нашем интернет-магазине ZOOCOOL. Ссылка ниже.